Здравствуйте. Мы сейчас проводим семинары в режиме онлайн. Но я благодарен, что многие принимают участие на семинаре. Сейчас на экране я вижу лица многих людей. Я уверен, что есть также многие люди, которых я не могу видеть на экране. Сегодня будем читать 4 царь 7 главу.

내일이 맘대 사마리아 성문에서 고운가루한세한 세겔하고 보리 두 쌍에 한 세겔하리라 하셨느니라. 나아가 왜 이때에 메라 목이로 보릿 바스킬을 두 명의 츰니 바스킬을 우바롯 니마 그때 한 장관 곧 왕이 그 손에 얻지 하는 자가 하나님의 사람에게 대하여 가로되 여호께서 하늘의 창을 내신들 어찌 이런 일이 있으리요 И отвечал соноринг, на руку которого царь опирался человеку Божию и сказал, если бы Господь тебе открыл окна на небе, и тогда может ли это Эльза, быть и сказал тот Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти. Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. 그럼 이 우리가 가서 아람 군대에 항복하자. 제이 우리를 살려면 살려니와 우리를 죽이면 죽을 따름이라 하고 пойдем лучше в стан с и р и с к и если о с т а в и т нас живых, будем жить, а если умертвят, умрем 아람 진으로 가려 하여 광혼에 일어나서 아람 진까지를 번질 것은 한 사람도 없으니 이 встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского, и вот, там, нет ни одного человека Господь сделал то, что стану сирийскому, послышался стук колесниц и ржаник коней, шум войска большого, и сказали они друг другу, «Израиль, «Верно нанял против нас царь израильский, царя хатейского и египетского, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, и весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили. 그가 거기서 은과 금과 읍을 가져가 감추고 다시 와 다른 자마애들아 도가져가 감추니라 문 등이가 서로 말해도 우리의 소위가 선치 못하다 오늘날은 아름다운 소식이 있는 날이야를 우리가 잔잡하고 있더다 만 Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то упадет до нас вина. Пойдем же и уведомим тон царский. И пришли и позвали привратников городских и рассказали им, говоря, мы ходили в стан сирийский, вот там нет ни одного человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные и ослы привязанные, и шатры, как быть им. Мы прочитали по десятый стих. Четвертая царь, седьмая глава, показывает разницу нашего сердца от сердца Бога. 여러분 대부분 하나님 믿는 기독교인자들은 성경을 읽습니다. Большинство христиан читают Библию. 네, 성경이 이야기한 모두 하나님의 말씀인데 그중에 가장 강하게 하는 이야기가 뭐냐면 Бога, всего, всего одно, 하나님의 생각과 우리 생각의 차이를 정확하게 기하고 있는 아 Именно о том, что мысли б о г отличаются от наших мыслей. Господа Бога намного больше способов и намного больше мудрости, чем у нас. Поэтому, когда мы принимаем Его Слово, есть те вещи, которые нам понятны, также есть вещи, которые нам непонятны. 이 찬양을 매 시간마다 합니다. В т а во время семинара Хор г р а выступает для нас. 합창단은 2009년에 제주 국제 합창에서 В 2009 году хор Граши занял Гран-при во время международного конкурса хоров на острове Тиджу. В 2011 году они выиграли первое место в конкурсе, который проходил в Пусане. В четырнадцатом году они заняли первое место на конкурс, который проходил в Италии. И в том же году они заняли в Швейцарии в Монтерье. И в 2015 году они получили гран-при во время международного конкурса в городе Маркебургердорф Германии. На самом деле в Корее есть очень много известных солистов. А вот что касается хорового пения, очень сложно найти хороший хор в Корее. Есть причина, по которой хор Грачас мог стать лучшим хором в мире. Однажды мы проводили конкурс в Оперном театре Австралии. И перед конкурсом у нас не было хорошего дирижера. Поэтому мы обратились в Санкт-Петербургскую консерваторию. В 2001 году мы основали хор. И мы очень сблизились с консерваторией Санкт-Петербурга. 한, 몇, И мы попросили, чтобы они отправили нам хорошего дирижера на месяц. 왔는데... И тогда приехал к нам Борис Георгиевич Абальян. 최고의... 그... 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 Знаете, он имеет авторитет по всему миру в сфере музыки. Он начал дирижировать нашим хором. Он нажимает на до, на фортепиано и говорит, спойте до. Говорит, повторяйте. До. до. И все члены хора спели до. Борис Абален говорит, нет, это не до. Это не до. Хор не пел. Ре, или ми, или соль. Они спели до. Однако Борис Георгиевич говорит, это не до. Они сказали: Ну как, мы же спели до. Разве кто-то говорил, издаст не до. Еще раз: до. Хор спел: До. Нет, это не до. Когда моя дочь училась дирижировать. <реклама> Однажды она мне сказала, «Отец, мне нужно идти. <реклама> мне нужно идти к Борису Георгиевичу, он должен меня наругать». <реклама> Уровень музыки Бориса Георгиевича и нашего хора отличался полностью. 이제 그때 보리스 선생님이 우리에 가르친 게 뭐냐 하면은 치무나우 ф е с с 피아노를 쳤을 때 기본 음이 442로 주로 조율해가치는데 Обычно ф на 그래서 이제 보통 피아노 조율을 쌓기보다 442로 하세요. 440으로 하세요. 그렇게 말합니 Когда настраивают фортепиано, говорят, пожалуйста, настройте на 440 Гц или на 442 Гц. Обычно фортепиано настраивает на 442 Гц. Естественно, хор Гра сейчас не знал об этом. Они усердно пели, всем сердцем пели, всей душою. Они пели. Но Борис Георгиевич сказал им, на основе должно быть 442 герца. Однако каждый из вас поет по-своему. У кого-то 441, у кого-то 442, у кого-то 443. Но хор не мог отличить этот момент. И с того момента члены хора начали развивать слух.

Поэтому различить разницу это очень сложно. Нужно не просто петь. Нужно сделать, чтобы чувствительным был ваш слух. Иначе, если наш слух не будет отличать, тогда оно будет просто пропускать. 종종 이제 합창단은 발성법을 배울 때, 처음 а 합창단에 들어올 때, 그의 노래를 잘 합창단에 들어올 때, 그의 노래를 잘하는 분들이 들어옵니다. 다, каждый ч е л о 에 들어올 때, 그의 를 잘하는 니다 그의 노래들이 들어옵니다. 다, каждый ч 다에 들어올 때, 그 노래를 잘하는 분들이 들어옵니다. 다, каждый человек 다합니다 다, каждый ч 는 분들이 들니다 그의 노이 들어옵니다. 다, каждый человек 어올 때, 그이 들어옵니다. 다,

Но профессор говорит, что это ненормальная музыка. Так он начал их обучать. Но ну, я же неплохо пою. Все говорят, что я неплохо пою. Да, хорошо. Но хор должен издавать один звук. Для того чтобы петь одним голосом, нужно петь одним герцем. И хору было очень сложно настроить этот звук. Но когда у них начало получаться, тогда они сами начали замечать, что они плохо поют. Ор всегда поет в хоре. У дирижера должен быть хорошо развит слух. Часто ругает. Почему ты так дышишь? Почему чел ошибается. Перед жор должен расслышать расслышать звуки, которые которые оркестр оркестр хор. Для того, чтобы хор пел одним голосом, это непросто. Не просто надо много петь. И не просто нужно хорошо петь. Соединить голос в единое и издавать один звук, это очень непросто. Когда я объясню это, вам понятно ведь, правильно? Скажите, вы понимаете меня? Вы же понимаете, да? Пока так репетирует хор, кто-то говорит, ой, я больше не могу петь. Больше не буду петь в хоре. Таких людей много. Я же неплохо пою, почему же меня не признают здесь? Конечно, каждый по-своему хорошо поет. Но как бы этот человек нехорошо пел, когда приходит фор. Если они не будут петь одним голосом, это будет не иметь никакого значения. Наоборот, он будет портить хор. Вы понимаете, о чем я говорю? Прежде чем петь в хоре, обязательно нужно развивать слух, чтобы ухо стало чувствительным, чтобы можно было различить звук, которым все поют. И когда все настроят свой голос, тогда будет гармония в их выступлении. Вот так развивается хор. Вот сегодня мы тоже слышали выступление хора, слушали выступление оркестра. 정말 첼로 선원에선을 정하는데 그게 손가락 가지고 하는데 나 н 정말 손가락이 다 정도로 해서 음을 맞추는 거 репетирует что даже пальцы начинают р е т ь 날전 시구의 모든 신앙생활 하는 사람들은 아днако сегодня люди которые ведут духовную жизнь в мире 가했을때 Они не знают, что мне нужно сделать, чтобы мое сердце было по сердцу Божьему. Божество людей читают Библию, молятся, живут доброй жизнью, они делают хорошие дела, жертвуют, исполняют заповеди, хорошо ведут духовную жизнь. Я не думаю, что если они сделают это, тогда все хорошо. Однако стандарт Божий лежит на другом месте. Если вы не научитесь о духовной жизни, Тогда, если будет читать Библию, конечно, читая только какую-то часть, у вас будут проблемы. Я благодарен перед Богом, потому что в 1962 году у меня были серьезные трудности. Все мои планы были разрушены. Мне хотелось просто жить хорошо, жить неплохо. Однако Господь Бог разрушил все мои планы. До того момента я считал, что я неплохой человек. Может, я не особенный, но я всегда думал о себе. Ну, я буду за кем-то. Может, я не могу быть первым, но могу быть третьим хотя бы. Оказалось, это были такие глупые мысли. Я считал себя неплохим. Но когда я вошел в духовный мир, я обнаружил, что в Библии есть много того, что я не понимаю. Не просто не понимаю, просто я не способен понять то, что есть в Библии, когда я не знаю сердца Бога. С своими знаниями о Библии. Хотя я пытался вести духовную жизнь. Но я не знаю, знал всю Библию. Я знал Библию частично. Если я знаю Библию только частично, тогда могут быть проблемы. Поэтому важно полностью читать Библию. Корейская Библия состоит из 1800 страниц. На одну страницу мне уходит две минуты. Конечно, я не только такие вещи считаю. Мне нужно 60 часов, чтобы я прочитал полностью Библию. Когда без перерыва читаю Библию, я могу за 60 часов прочитать полностью Библию. Иногда я беру время на неделю, ничем другим не занимаюсь, только читаю Библию. Тогда я могу полностью прочитать Библию. Так, много раз я прочитал полностью Библию. Один раз прочитал. 10 раз, 20 раз. Это тридцатый раз я прочитал Библию. Те вещи, которые не стыковывались с Библией, начали стыковываться в Библии. Хотя вроде бы та же Библия, но в одном месте говорится нет праведного, нет ни одного. Если нет праведного ни одного, тогда и в бытии исходе не должно быть праведника. Но в бытии написано Ной был праведным. Послание к Римля на первой главе написано «Праведный верой жив будет». В книге Якова написано «Многое может усиленная молитва праведника». Я подумал, как такое может быть? В одном месте написано, что нет праведного, а в другом месте есть, что есть много праведников. Часто встречается слово «праведный». Я думал, как такое может быть? С одной стороны написано, что нет праведного. С другой стороны, наоборот, что они есть. Я не мог понять, как это такое может быть. До сих пор те люди, которые знают только слово о том, что нет праведного ни одного, когда я говорю, что я праведный, они говорят, ой, смешно. В Библии же написано, что нет праведного. Так они начинают говорить. Поэтому появилось много деноминаций в этом мире. Например, в Корее. Даже в одной пресвитерианской церкви существует около 200 направлений. Потому что каждый истолковывает Библию по-своему. Когда мы глубже познаем Библию, действительно в Библии есть много, что не стыкуются друг с другом. Я всегда читал бытие, исход, левит и так далее. Чтобы читать Библию, я полностью поменял образ своей жизни. Я посчитал все время, которое у меня есть. Я не ел больше двух минут до свадьбы. Никогда я не ходил просто так. Никогда просто так не сидел. Всегда держал в руке Библию и читал Библию. И когда 10-20 раз я прочитал Библию, постепенно слово Библии начало соединяться друг с другом. Кремлянам 3 главе написано, что нет праведного, нет ни одного. А в 17 стихе 1 главы написано, что есть праведный. В нем открывается правда Божия. От веры в веру. Как написано, праведный верой жив будет. Я не понимал Библию. В одной книге Римлянам написано в первой главе, что есть праведный, а в третьей главе написано, что нет праведного. Очень просто. Нет праведного. Но грешник, который неправедный, есть способ, чтобы он стал праведным. Об этом написано в послании к Римлянам 3 главе 23 и 24 стихе. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Если мы смотрим на это слово, он согрешил, поэтому он не праведник, он грешник. Но в 24 стихе, получая оправдание дара, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Что здесь важно? Если Бог говорит, что мы оправданы, значит мы оправданы. Неважно какой это человек. Но разве он был с самого начала праведным? Нет. Он был грешником. У него было много греха. Однако, поскольку Иисус очистил все грехи этого человека искуплением во Христе Иисусе, по благодати его даром, что значит «по благодати»? Это значит «дается даром». Не я что-то сделал, чтобы получить прощение грехов. А поскольку Иисус сделал, поэтому мы получаем дара. Я грешный грешник. Я ничего не сделал. Когда Иисус трудился, я становлюсь праведным. Я не был праведным. Я был грешником. Но Иисус, Он оправдал меня. Тогда я становлюсь праведником. Что значит нет праведного ни одного? Это слово указывает на человека. До самого рождения нет ни одного праведного человека. Мы родились во грехе, мы согрешили и совершили зло. Мы точно грешники. Но когда Иисус грешника делает праведным, когда Иисус очистил наш грех, когда Он сделал нас чистыми, мы становимся праведными. Мы не родились праведными. Мы родились грешниками. Мы пили, гуляли, грешили, обманывали, согрешали. Мы находились во грехе. Все были во грехе. Поэтому Бог сказал, нет правильного, нет ни одного. Все согрешили. Но когда мы встречаемся с Иисусом и получаем прощение грехов, Иисус очистил наш грех никак попало. Не просто так прощается наш грех. Также люди думают, что исповедью можно очистить грех, но об этом надо подумать. Сколько процентов грехов мы можем исповедовать, скажите? Часто бывает, что мы даже не знаем, что согрешили. Нашими делами очистить грех ⁇ это невозможно. Что-то сделать, чтобы получить прощение ⁇ невозможно. Наоборот, чем больше человек старается, тем грязнее он становится. Ни один человек своими усилиями не может очистить свой грех. Но поэтому нам нужен Спаситель. Мы согрешили. Но в Кремле в 3 главе, 24 стихе написано. 23 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. А вот в 24 стихе. Получая оправдание даром. искуплением во Христе Иисусе. Что это значит? Иисус совершил искупление на кресте. Спасение не зависит от наших усилий и трудов. От того, что я постюсь, или то, что я молюсь, или я стараюсь, делаю добрые дела, я даю почти десятину. Не делами мы получаем спасение. Что бы мы ни делали, оно не спасает нас. Написано в на 2 главе. Ибо благодатью вы спасены. Через веру и сень от вас Божий дар. А в 9 стихе написано. Не отдел не отдел. Не отдел. Не моими делами. Не отдел. Не молитвой. Не постом. Не добрыми делами. Не усилиями. Не трудом. Потому что это мои дела. Этим невозможно. Вы грешник. Но чтобы очистить грех, вы молились, или получали что-то, или прожертвовали, делали доброе дело или не молились. Этим невозможно. Моими телами невозможно. Поэтому написано не от Некоторые люди идут в горы и говорят, что они приняли огонь и получили прощение грехов. Если вы принимаете огонь, не грех очищается. Тело сгорит. Вот что делает огонь. Как это огонь может прийти? Не может быть такого. Такого не может быть. Какими-то видениями. Или что-то я сделал. Нет, не этим. И нашими делами мы получаем спасение. Если бы нам можно было бы сделать, чтобы получить спасение, тогда не нужно было Иисусу приходить на землю. Ему не нужно было умирать на кресте. Он не должен был брать нас с тебя, наш грех. Поскольку нами невозможно, поэтому Бог послал Иисуса. Люди говорят, что если я буду стараться, буду трудиться, буду каяться, буду исповедоваться, если буду признаваться, то я получу прощение грехов. Так думают люди. Но если нами можно было очистить грех, зачем Иисусу было приходить на землю? Здесь написано, не отдел Что бы мы ни сделали, мы не можем и нашими делами очистить наш грех. Это не слова пастора Уксупака, это слова Библии. Если мы невнимательно читаем Библию, Некоторые говорят, вот я молился, и ягун сошел с неба, и так я получил прощение грехов. Если он принял огонь, получается, огонь сжег его грех. Прежде чем этот огонь сожжет грех, сожжет меня. Человек получит ожог. Он, наверное, погибнет. Это не так. Не огонь прощает наш грех, а Иисус искупляет наш грех. Спасение есть спаситель и того, которого спасают. Наше спасение зависит от спасителя. Мы не получаем спасение, сделав сами что-то. Поскольку что бы я ни делал, у меня не получится, он послал Иисуса некоторые люди считают только часть Библии говорят что они знают слово я эту книгу которая состоит из 66 книг я читал много раз я читал и считал сколько раз я прочитал но потом я сбился счете счета

Я увидел, что сама Библия отличается от моих мыслей. Сама Библия отличается от моих мыслей. Слово отличается от моих мыслей. Поэтому Слово говорит. Так говорит Господь. Мои мысли не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои. Но как небо выше земли. Так пути мои выше пути ваших. И мысли ваши выше мыслей ваших. И этот высокий мир сердца Бога. Я, который находится на земле, могу понять этот мир Божий. Да, мы слушаем об этом. Мы должны об одном подумать. Все наши мысли отличаются от мыслей Божьих. Для того, чтобы войти в мир Господа Бога. Когда мы читаем Библию, знаете, какие мысли появляются? Я начинаю замечать, что мои мысли отличаются от Слова Бога. Когда профессор Борис приехал в хор Грачас, Тут того, как он научил их вокалу, прежде чем они начали петь, он учил их слушать сначала. Он играл на фортепиано. Сольфиджи, по-моему, что-то такое они делают. И когда они слушали музыку, они должны были Отличить, какой это звук. Очень сложная работа. Все говорят хоре. Ой, профессор, он очень строгий. Я же хорошо пою, доставили меня в покое. Все, больше я не могу, я ухожу. Почему? Потому что сложно. Но он продолжал говорить, чтобы они слушали. И постепенно они начали разрешать свой звук. Их слух стал настолько развитым, что они начали замечать свои ошибки. И потом они начали петь. На это есть преимущество хора грачаса. Все поют одним звуком. Настраивать звук под фортепиано. Если звук будут драться тогда будет некрасиво. И когда на фортепиано играть до, получается 442 цикла. Все должны издавать один звук. 우리 목소리 피아노도 그렇습니다 정확하게 그 음을 내야 하는데 그걸 모르는데 키가 밝다 아 이건 틀렸다 좀 낮춰야겠다 아 이게 맞았다 그래서 내가 듣는 키로 가지고 음의 높이를 구분해서 거기에 맞춰 나갈 때다 같이 노래 부를 때마다 같은 음을 Ор смог издавать один звук когда поют 10 человек, когда поют 20 человек, когда поют 30 человек, 30 человек 남자, 불러도, когда поют мужчины и женщины, когда они поют одним герцем, получается один звук. И тогда, тогда получается один голос. Что вы должны знать? Верить Господа Бога очень схожи на пение в хоре. Поскольку ваши мысли отличаются от мыслей Господа Бога, ваш слух отличается от слуха Бога. Поэтому вы должны настроить ваш звук к Господу Богу. Оставьте ваше желание хорошо петь нужно научиться петь с точным звуком. Поэтому, когда мы начинаем духовную жизнь, сначала мы читаем Библию, молимся, жертвуем, помогаем, отдаем свое время. Но когда проходит время, мы обнаружим, что это все бессмысленно, да, что этим не получится. Потом мы начинаем соединяться с сердцем Божьим. А для того, чтобы у нас было одно сердце с Богом, что нужно делать в первую очередь? Нужно выбросить все мои стереотипы, Наши стереотипы, если они будут оставаться, они будут создавать проблему. Посмотрите Евангелие Иоанна, В первой главе Евангелия Иоанна написано «пришел к своим, и свои его не приняли». Потом написано «а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Дал власть быть чадами Божьими. Чтобы принять, нужно, чтобы наше сердце было едино с сердцем Божьим. Зная несколько стихов из Библии, мы не можем знать сердце Бога. Я встречал многих служителей. Они каждый стараются, усердно трудятся. Но по-своему они все делают. Всю Библию. Конечно, просите, пресвикторы купили мне хорошую машину. Но я же уже в старости, уже пожилой. В машине есть столько опций. И мне дали целую книгу, которая похожа на Библию. Но у меня нет времени, чтобы все это читать. Поэтому я просто вожу машину. Потом, когда появляется какой-то знак... Я думаю, что это такое? Когда брат, который водит машину, нет проблем? Я же ничего не знаю о машине Я умею просто ехать вперед, двигаться рулем И все я не знаю, что значит какой знак. Я звоню и спрашиваю, слушай, тут какой-то знак, что это значит? Я что знаю? Заводить, ехать вперед, нажимать на тормоза, двигать руля, Поскольку у меня есть право на вождение. Но это все, что я знаю. Брат на протяжении нескольких дней прочитал всю опцию. Поэтому он знает обо всем о моей машине. Я уже в возрасте. Если я не знаю, я звоню и спрашиваю, что этот знак значит на мониторе. Ой, пастор, это ничего страшного. Я все сделаю. И все. Действительно, я многое не знаю. В одной машине. Конечно, это не Библия, поэтому, если сильно заходить, можно все узнать. Но в Библии не все так просто. Особенно в духовной жизни. Из-за того, что я немножко молился, читал Библию, из-за того, что я немножко трудился или пожертвовал, это не значит, что это хорошая духовная жизнь. Люди очень легко относятся к духовной жизни. Самое важное в духовной жизни. Это иметь одно сердце с Богом. Сегодня мы прочитали седьмую главу 4 царств. Самарии. Была война с сирианами. Они сражались на мечах, но израильтяне начали проигрывать. В конце концов... Они спрятались в городе и закрыли ворота. В то время не было пушек, поэтому не могли разрушить сразу стену. Когда сириане окружили, ничего не могли сделать. Окружили один город в Израиле. И говорят об этом. Обычно стена была не выше 20 метров. Враги приходят и перед городом начинают приносить песок и рядом начинают делать небольшую гору, чтобы высота была выше, чем стена города. И так захватывали города раньше. Так вот, сириане сейчас напали. Поскольку израильтяне закрылись в городе, но в то время не было ракет, не было пушек. Поэтому ничего не могли сделать. Но сириане не ушли назад. Недалеко от города они собрались. Каждый день отдыхая ждут. Вот весна конечно в каждой стране свои условия японии когда строили стену строили вокруг дворца только Кореи же строили стену вокруг города а в Китае строили стену вокруг страны так появилась великая китайская стена но в Израиле строили только стены вокруг города, но не на поле. Сириане сейчас рядом с городом, они ждут. А израильтяне из-за страха не могут выйти на поле, чтобы сеять что-то. Конечно, месяц, два месяца еще как-то можно продержаться. Но постепенно становится все меньше и меньше пищи в городе. Когда люди в городе начали голодать, женщины начали есть своих сыновей. Самое страшное начало происходить в городе. Говорят, когда люди очень сильно голодают, у них взгляд меняется. Один человек с Северной Кореи настолько был голоден, я однажды он увидел во дворе курицу. Он поймал и начал варить в кастрюле. Потом увидел, что это был его сын. Он человек в комнате увидел собаку. И сварил, и когда открыл кастрюлю, увидел, что это от, от, отец был. Говорят, что начинает им мирищиться. Нам кажется, ну как это можно из своих детей? Да, сейчас мы можем так думать. Но когда человек очень проголодает, Говорят, им мерещится так. Страна находится в критическом состоянии, и все гибнут. В этот момент пророк Елисей говорит, он закричал громким голосом. Народ, послушайте голос Господа. Господь сказал, завтра в это время мира муки лучшей!» Будет постигнуть две миры я еще мере ворот Самарии. Представляете, мера муки лучше будет по сиклю. И две меры ячмерей по сиклю. То есть сикль очень дешево. На тот момент, может, одна мера муки стоила тысяча сиклей. А говорят, что две меры ячмин будут по сиклю. Людям кажется невозможно. Но это было Слово Бога. Бог сказал Слово. Но нам кажется, что это невозможно. И тогда сановник говорит, «Если бы Господь открыл окна на небе, может быть такое быть?» Тогда сказал человек Божий, «Ты увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Становник, хотя это были слава Божьи, но он считал, что он прав. Божество братьев и сестер, когда читают слово Бога, часто истолковывают слово по своим мыслям. Поэтому появляются многие направления в деноминации, конечно, я не знаю всю Библию, но я часто видел, что в некоторых церквях передают слово не по Библии. Не только того, что касается праведного в Библии. Бог сказал, что завтра будет мера муки постигнуть, две меры ячмин, то есть будет очень дешево цены упадут в сто 100 раз, тысячи раз. Но сановник, на которого повал Царь говорит, «Если бы Господь открыл окна на небе, может ли быть такое?» Люди имеют человеческие мысли. Бог говорит, что мы оправданы. Мы же не оправданы в наших глазах. Когда Бог сказал, что мы оправданы, если я в себе вижу праведность, было бы хорошо. Но у меня же много греха. Я же согрешил. Я же воровал и обманывал. Поэтому мы думаем, я неправедный. Я грешник. Вот так мы начинаем размышлять. Поэтому мы просчитали Кремлянам 3 главу 23-24 стих Потому что все согрешили И лишены славы Божией 23 стих говорит о том, что мы согрешили. В 23 стихе нет Иисуса. Человек был согрешившим. А в 24 стихе появляется Иисус. Искуплением во Христе Иисусе. Через то, что Иисус Христос умер на кресте и очистил наш грех. Не потому что мы что-то сделали, а потому что Иисус сделал. Мы ничего не делали. По благодати Божией, даром, то есть не заплатив, хотя мы ничего не сделали, поскольку Иисус Христос умер на кресте за нас, получили оправдание. Бог говорит, что мы оправданы. Это, Это не слова Оксупака. Это слово Бога. Бог сказал, что мы оправданы. Когда я встретил это слово, я был удивлен. Это было удивительно. Я вроде бы согрешил. Я же грешил. Но поскольку Иисус умер на кресте, Он говорит, я искупил твой грех, я заплатил цену за тебя. Тогда то, что я стал чистым, это правда, это истина. Если Иисус умер на кресте, и получил все наказание. Однако, если мы продолжаем называть себя грешником, тогда получается, мы говорим о том, что Иисус провалил свою миссию на кресте. Разве это не так? Бог говорит, что мы оправданы. Бог говорит, что мы оправданы. Я же согрешил. Я же обманывал. Я же совершил зло. Я же грешник. Но Бог говорит, что я оправдан. Что здесь важно? Я считаю себя грешником. А когда Бог говорит, что я оправдан, Мои мысли отличаются от мыслей Бога. И в этот момент мы будем следовать за своими мыслями, или нам надо следовать за Словом Бога. Нам надо оставить наши мысли и поверить в Слово Бога. Что значит «я грешник»? Это значит, что я не верю в Слово Господа Бога, а верю в свои мысли. Правильно? Большинство людей ведут именно такую духовную жизнь. Иисус Христос на кресте уже заплатил всю цену за наш грех. Однако, если мы продолжаем называть себя грешником, тогда получается, что мы говорим, что Иисус провалил свою миссию на кресте. Бог сказал, завтра в это время у Мера муки лучше будет по сиклю, две меры ячмени будут по сиклю. Так сказал Бог. Значит, так и будет. Ой, ты слышал? Завтра две меры ячмени будут по сиклю. Что же нам делать? У тебя сколько осталось риса? Вот мы все съели, осталось только полмешка. Послушай. Давай мы сегодня все сидим, а остальное продадим. А этими деньгами завтра мы сможем купить много риса. Правильно? Если бы поверят в эти слова, завтра в это время будет много еды. Если они верят, они уже будут готовиться. Осталось, например, немножко риса, сидят, чтобы быть сытыми, оставшиеся продадут, чтобы стать богатыми. Тогда они продают тут рис, а следующий день купят. Получат в сто раз больше. Тот момент, когда они поверят в слово, в их сердце закончится голод. Однако люди не верят в это. Они говорят, как такое может быть? Ведь сириане продолжают окружать город. Как такое может быть? Уже ничего ведь не осталось. Как эта мера лучшей муки будет по Этого не может быть. Те люди, которые верят своим мыслям больше, чем Богу, эти люди верят в себе больше, чем Слову Бога. И так жалко таких людей. Однажды я позвонил миссионеру Нам, который служил в Филиппинах. Но телефон взял его сын. Я сказал, дай телефон твоему отцу. А он сейчас в больнице. Я спросил, почему? У него лихорадка Денги. А да. А в какой больнице он лежит сейчас? В Филиппинском медицинском центре. Я сказал, хорошо. Я позвонил в филиппинский медицинский центр. Я попросил сотрудника, чтобы позвонили в Филиппины. Пожалуйста, медицинский центр Филиппинов. И там взяли телефон. Я сказал, пожалуйста, ICU. ICU? Это значит отделение скорой помощи. И меня соединили отделением скорой помощи. Потом я сказал, Корейский миссионер, пастор Нам, пожалуйста. Пастор Нам. Знаете, что с ним случилось? Они поехали в джунгли передавать слово. Когда он вернулся, на следующий день его тело стало черным. Братья сказали, ой, пастор, у вас цвет лица стал таким, как у нас. Никто не знал. Из-за лихорадки денги кровь начала меняться, поэтому и цвет кожи поменялось. Лихорадка денги находится в теплых странах и очень высокая смертность. И он лежал в больнице из-за рихарадки, ему было очень тяжело. И он не выздоравливал. Врач на местном языке сказал, сегодня в обед этот корец умрет. И Синят нам все слышал, но не мог говорить. Я попросил дать телефон миссии Руна. Спустя некоторое время взяла его супруга. Я сказал Алло. Когда она услышала мой голос, она начала так сильно плакать. Она сказала пастор, как же нам быть? Как же нам быть с моим мужем? Она плакала. Ее сердце уже умер, ее муж. И врачи сказали так. И Миссия нам ничего не может сказать. Я сказал, не нужно плакать. Но она продолжала плакать. Услышав мой голос, она плакала и говорила, пазер, как же нам быть, что же нам делать? Я сказал ей, пожалуйста, не плачьте. Вы правда хотите, чтобы появился повод для слез? Послушайте, пожалуйста, не надо плакать. Скажите, кто послал миссионера на Филиппины? Его отправила миссия Гуньюс или пасрук Супак? Нет, Бог его послал. А для чего Бог послал его? Чтобы передавать Евангелие. Он закончил передавать Евангелие? Нет. Еще осталось много работы поэтому он не умрет. Бог его спасет. Я говорил, веруя в Бога. Его супруга сказала, «Ой, вы так думаете?» Я сказал, «Что значит, вы так думаете?» Если бы вы были Богом, зачем ему убивать свою слугу? Дьявол дает много мыслей людям. И мысль действует в мире мыслей. У одного человека появляются только мысли отчаяния. А кто-то соединяет мысли надежды. Неважно, в какой мы отчаянии находимся, если мы будем принимать мысли надежды, у нас появится надежда. Конечно, миссия нам почти Мать умер. Не он, он не мог говорить, и врачи говорили, было. что он умрет. И всем казалось так. Но я оставил человеческий взгляд и посмотрел Божьим взглядом. В Филиппинах есть многие люди, которые надо перестать. Давайте Евангелие. Бог послал его в Филиппины. Дела Евангелия в Филиппинах не закончились. Бог спасет его, он будет точно жить. Господь Бог ни в коем случае его не заберет. Я сказал. Пока я говорил ей. И у жены миссионера появилась вера, что мой муж не умрет, что Бог спасет его. Вот такое сердце образовалось. Я положил телефон. Я сказал, чтобы она пошла и рассказала об этом мужу. Она сказала, дорогой, звонил только что пастор Пак из Кореи. Он не может отвечать, потому что уже не было способности говорить. Но за что я благодарен Богу? Бог сделал, что до конца наши уши работают. Она говорила мужу. Пастор говорил, что ты не умрешь. Когда Бог послал тебя в Филиппины, Он послал, чтобы ты передавал Евангелие. И дела Евангелия не закончились. Ты должен жить. Должен встать. Бог сделает так. Пастор Пастор сказал, что Бог будет действовать. Пастор нам, он плакал, слушая эти слова. Бог любит меня. Бог сделал, чтобы пастор пак позвонил мне. Вот такое сердце появилось у него. Значит, я буду жить. И с того момента температура начала падать. Температура начала падать. Врачи были изумленными, и он начал говорить, начал питаться, и на следующий день его выписали. Он был здоровым. Бог так действует. Дорогие слушатели, если вы сегодня... Если вы посмотрите книгу Дианид, Бог сказал такие слова. Я отринув Саула. Саул следовал за своими мыслями. Такого Саула Бог отринув. Он поставил Давида царем и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, мужа по сердцу моему» который исполнит все хотения мои. Когда я встретился с президентом Парагвая Фернандо Луго, я говорил ему это слово. Уважаемый президент, если ваше сердце будет единое с Господом Богом, а Давид был пастором овец, у него не было ничего хорошего. Но если слабое здоровье, Бог даст здоровье. Если нет мудрости, Бог может дать мудрость. Если Бог даст силу, тогда Бог может дать силу. Это не проблема. Поэтому, если мы будем единым сердцем Божьим, тогда Бог будет держать нас, и Он будет давать здоровье, будет давать необходимое, даст здоровье, даст покой, даст силу. Вот как Бог действует. Я сказал, господин президент, нужно иметь одно сердце с Богом, как Давид. Тогда через вас Парагвай получит благословение от Господа Бога. Второе, что я сказал ему. Я сказал, господин президент, позвольте я расскажу, как вы можете иметь одно сердце с Богом. Самое важное ⁇ это иметь одно сердце с Господом Богом. Есть то, что вы должны обязательно сделать в первую очередь хотя вы господин президент но вы также согрешили ведь бог не может иметь взаимообмен с грешником поэтому он должен был очистить грех я не знаю вы считаете себя грешником или нет но бог послал иисуса христа чтобы очистить ваш грех умирай на кресте Иисус очистил все ваши грехи, Господин Президент. Люди говорят, что Иисус умер на кресте за их грех. Но поскольку я грешу, многие говорят, что они грешники. Но если мы читаем Библию, это не так.

Для защиты общества выдвигаю дать самое жестокое наказание. То есть самое большое наказание, которое могут дать, это казнь. Даже если этот человек убьет одного, его могут казнить однажды. Даже если убьет двоих тушек, казнят однажды. Даже если убьет тысячу, казнь. Смертная казнь — это самое большое наказание, которое могут дать. Когда убьет одного, убьет один раз. Когда убьет дважды, он же не может воскресить его и убить второй раз. Если за смерть одного дают казнь один раз, тогда за тысячу тоже один раз. Потому что самое большое наказание — это смертная казнь нет большего наказания, чем смертная казнь. Также Иисус, когда умирает за одного человека, Он однажды умер и закончил. Даже когда умирает за десятерых, он однажды умер и все закончил. Когда Иисус умирает за грех всего человечества, поскольку самое большое наказание – это смертная казнь, больше этого нет наказания. 누구든지 죽은 시체를 또 죽일 수는 없으니까. <일> 그래서 예수님은 우리의 모든 죄를 다 지고 가셨어요. 예수 그리스도 죄 <일> <일> 그러니까 뭐 하는 거안 하는 거 잘한 거, 못한 거 잘한 건 없지만 죄가 안되 그러니까 뭐 다를 다뭐 도둑질하고 거짓말 가나 뭐다 섞어서 사형으로 죄가 끝이 난. Иисус взял на себя те грехи, которые мы помним и не помним, за грех, за воровство, и однажды умер на кресте и все закончил. Когда Иисус умирал на кресте, Он умер не потому, что имел грех. У Него не было греха. Но почему же он умер на кресте? За наш грех. Когда Иисус умирал на Христе за нас, Он очистил грех не только до какого-то числа. Он не говорил, что я продвину, вот я прощаю тебя до такого-то даты, а дальше я не беру на себя ответственность. Иисус не сказал так. Он приобрел вечное искупление. Давайте мы посмотрим это слово. Послание к евреям, 10 глава. Пожалуйста, откройте 10 главу. Вы нашли послание к евреям, 10 главу? 10 стих. Это по всей этой воле освящены мы единократным приносением тела Иисуса Христа. Через то, что Иисус умер на кресте за нас, Библия говорит о том, что мы освящены. Почему? Потому что Иисус умер за наш грех. Давайте я вам задам вопрос. Что нам говорит Библия? Библия говорит, что мы грешники или что мы освящены? Написано, что мы освящены, что мы омыты. Когда Иисус умирал на кресте, поскольку самое большое наказание это была смерть, когда он умирает за одного, тоже смерть. Когда он умирает за десятерых, тоже смерть. Когда он умирает за всего человечества, тоже смерть. Его смерть входит в весь наш грех. Так наш грех был омыт. Что нам говорит Библия? Мы получили оправдание. Мы верим в это слово. Это слово Бога. Тогда какие претензии могут быть? Что мы можем еще сказать? Если Бог говорит, что мы священны, значит мы священны. Это не слова Уксупака. Это не слова Петра. Это слово Бога. Аминь. Аминь, вы согласны? Аминь. Да, аминь. После этого воля освящена мы единократным приносением тела Иисуса Христа. 11 стих. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит. Одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Священники, они приносили жертву и очищали грех. Да, эта жертва очищает грех, но не может очистить грех навсегда. Иисус не принял жертву, как в Ветхом Завете священник приносил жертву на земле. Потому что этот мир находится в мире времени. А Царство Небесное — это вечный мир. В этом мире есть время. А с Царством Небесным не нужны часы, потому что там нет времени. Это вечный мир. Оно вечно существует. В этом теле мы не можем попасть в рай, потому что мы умрем. Нам нужно тело, которое может существовать сотни тысяч, десятки тысяч лет, чтобы мы могли видеть Царство Небесное. Если Иисус прольет кровь на земле и принесет жертву свою кровь на земле, тоже грех будет омыт. Но Иисус Христос, Он очистил наш грех. Вот, например, человек получает спасение. Проходит это время. И тогда эта жертва становится в прошлом. Тогда, когда этот человек снова согрешит, он не сможет очистить его грех. Нужно будет снова принести жертву. Снова, снова снова, снова и снова. Нужно было принести жертву. Поэтому в Ветхом Завете нужно было без конца приносить жертву. Если Иисус пролил бы кровь на земле и умер, если бы кровь Иисуса помазали на раках жертв, который был на земле, тогда каждый раз, когда Иисус бы умирал, даже если бы умер 10 тысяч раз, это бы не помогло бы нам. Поэтому Иисус взял свою кровь и вошел в храм небесный и помазал свою кровь. Потому что этот жертвенник стоит вечно. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Давайте перелистаем одну страницу. Послание к евреям, 9 глава, 11 стих. Что здесь написано? Но Христос при разрешении будущих благ. И Он пришел. Придя с Божьей и совершеннейшей скинию, нерукотворенную.

Поэтому используется выражение скиния. Здесь говорится, призя с большей совершение скиния не то есть той скине, которая на небесах. Царством небесным есть вечная скиния, вечный храм которая не рукотворенная и не принадлежит этому миру. Большая и совершеннейшая скиния. Здесь есть выражение скиния. Поэтому используется слово «скиния»

А в нерукотворенной. И нет такого устройства. Больше. Из совершения скини которое царство небесно, вот где он пролил свой кровь. Давайте мы посмотрим 12 стих. Из крови козлов и тельцов. На земле приносили жертву козлов и тельцов. 양이나 염소나 어린 양의 송아지는 예수그때의 그림자입니다. 아그네서이리스 이수스 크리스타. 예수님 보아라 세상 기로 하나님의 어린 양이라고 그랬어요. вот а г н е Божий, который б е р т на себя грех мира. 이 땅에 염소나 송아지 필요했는데. з л о п т л ь ц о в 예수님 염소나 송아지 필라 예수님 당신의 피를 가지고 Иисус со своей кровью приобрел вечное искупление. Однажды вошел во святилище. Здесь написано, приобрел вечное искупление. Пожалуйста, посмотрите послание к евреям 10 главу. 14 стих я прочитаю. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Затем 17 стих. И грехов их и беззакония их не воспомину более. 18 стих. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Поскольку Иисус совершил вечное искупление, Он навсегда очистил наш грех. Ничего не нужно более сделать. Он совершенным образом очистил наш грех. И Библия говорит об этом очень подробно. Так, все наказание наше было совершено на кресте. Поэтому Бог говорит, что мы оправданы. Он говорит, что мы освящены. Он говорит, что мы совершенны. Мы согрешали. Мы точно согрешали. Но Он навсегда очистил. Появляются многие проблемы, когда мы смотрим нашим взглядом на Библию. Я желаю, чтобы вы веровали в Слово Библии. Тогда, кто бы что ни сказал вам, когда Бог говорит, что Он оправдал, значит мы оправданы. Если Бог говорит, что мы освящены, значит мы святы. Бог не сказал, давай мы посмотрим, ты свят или нет. Он не проверяет нас. Бог сказал. Он сказал, что не вас поменет. Оставьте все ваши мысли. Войдите в Слово Бога. И приобретите веру в Господа. Если Бог говорит оправданно, значит мы оправданы. Если Он говорит, что мы святы, значит, мы святы. Вот как нужно верить. И это есть вера в Иисуса. Я желаю, чтобы благословение Бога было с каждым из вас. Вас. Спасибо. Спасибо. Я помолюсь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Ты через Иисуса Христа совершенным образом очистил наш грех. Дьявол же искушает нас, говоря о том, что нам надо что-то делать. И мы обманывались. Но теперь мы верим в Твое Слово. Ты сделал нас совершенными. Ты сделал нас святыми. Ты позволь, чтобы мы верили в кровь Иисуса. Мы благодарим, что Ты очистил наш грех. Мы Славим Тебя. Твое слово, если говоришь, что мы оправданы, значит, мы оправданы. Спасибо Тебе. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь.